Жители городского округа Люберцы могут принять участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Оно стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая. На голосование вынесено три локации. Вечный огонь на Октябрьском проспекте, Добрый ангел мира на Комсомольском проспекте и двор на улице Школьная в поселке Октябрьский. На территории, которая наберет наибольшее количество голосов, в следующем году пройдет комплексная работа по благоустройству. На специальном сайте загородсреда.ру. И также можно проголосовать через портал госуслуг. Нужно выбрать округ, городской округ Люберцы, и также выбрать ту или иную территорию, за которую хочет проголосовать житель. А проголосовать можно только за одну локацию, и старше 14 лет возраст должен быть человек.